Звучите трубы на Сионе, в вашей нации, в ваших домах, в ваших городах, везде, по всей земле. Это время, это святое собрание торжественное, это время освящения. И мы услышали, как Дух Божий призывает нас взойти выше, отделить себя. Осветить — это значит отделить себя от мира сего, от этих вещей, которые удерживают нас от Него, и к Нему, к Его голосу, чтобы все остальные голоса замолчали, и только один голос, и мы его слушаем в это время. Пойти выше, чтобы увидеть, что Он делает, потому что Он делает что-то новое. Церковь возникает, поднимается прекрасная экклезия посреди самых темных времен сейчас. В эти дни, в эти 21 день между праздником труб до праздника кущей, это время собраться вместе как одно и услышать его голос.